Для приготовления нейвана новорожденному ребенку в первые дни жизни можно использовать настои трав. Лучше поначалу использовать травы по отдельности, это череда, чистотела, ромашка, по отдельности, потому что у детей может быть на любую траву аллергия. В последующем, когда вы убедитесь, что аллергии нет, можно заваривать сразу несколько трав одновременно. Обычно детей купают в детских маленьких ванночках, поэтому для этого достаточно либо 3 пакетика травы, либо 3 столовые ложки травы. Итак, как заварить траву в пакетиках? Для этого потребуется любая посуда, это может быть банка, это может быть маленькая кастрюлька, очень удобно использовать термос. Потребуется трава и кипяток. Итак, у нас имеется банка, в банку кладем 3 пакетика травы. Заливаем кипятком. Накрываем крышкой. Можно накрыть банку полотенцем, чтобы лучше настаивалась трава. И дать настояться 15-20 минут. В течение этого времени периодически необходимо помешивать воду, надавливая на пакетики. Если вы используете рассыпчатую траву, то для этого в банку нужно положить 3 столовые ложки травы с небольшим верхом. Также залить кипятком. Закрыть крышкой. И можно тоже укрыть полотенцем. Также настаивается в течение 15-20 минут. И на протяжении этого времени периодически помешивать настой для лучшей экстракции травы. Через 20 минут настой трав готов. Их можно использовать для приготовления ивана ребенка. Если вы использовали пакетики, то необходимо их хорошенько отжать и выбросить. Полученный настой перелить в ванну. Если вы использовали рассыпчатую траву, то необходимо процедить полученный настой и также перелить в ванну ребенку. Обычно настой трав используют до того момента, пока у ребенка полностью не заживет пупочная ранка. После того, как пупочная ранка полностью зажила, использовать травы для купания во время купания не обязательно.